Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Ну что, начнем наш блиц, опрос, комментарии, рекомендации и так далее. Вот это вот, знаете, вы юзер какой-то там и так далее. Не знаю, что это YouTube придумал. Вы тогда вначале пишите, что, допустим, ага, это от Анастасии. То есть в начале сообщения, раз эти ютуберы и прочие, так сказать, социальные сети нас, людей, за каких-то этих самых считают XZ2, JA6V, U5M. То есть ни имени, ни отчества, ни фамилии, вот за вот такой вот этот, вы тогда сами пишите, что, допустим, Анастасия, и дальше пошли. Геннадий Петрович, здравствуйте еще раз. Про чистку зубов спрашивала Анастасия. Я чистила зубы все голодание, и у меня не будет считаться, что я голодала. Я ответил, когда был этот вопрос, что... Если вы чистите зубы, и зубы полезно, их не столько надо чистить, сколько массировать. То есть на рекламе там вот эти вот зубные щетки, знаете, вот это электрические, они тут вот это вот, знаете, по зубной тут эмали скользят и так далее. Чистка зубов – это вы массажируете свои десны для того, чтобы лучше поступала к корням кровь. Чтобы зубы у вас держались. Вот это надо делать. А то, что вы так немножечко тут почистили, это нормально. Они и так почистятся. То есть эмаль у вас почистится просто от того, что щеткой. А вот десны надо хорошенько изнутри щеточкой так дюк-дюк-дюк-дюк-дюк-дюк, вплоть аж до крови. Чтобы вы чувствовали, прилив идет к челюсти верхней, к челюсти нижней. Это как раз говорит о том, что ваши зубы хорошенько проработались, снабжаются кровью, лишнее там все выходит, и зубки будут у вас в порядке. Так, считаться голодало. Если вы с пастой чистили дальше, если вы голодаете и просто чистите зубы, как я вам сказал, щеткой, да нормально чистите, вы же ничего не потребляете. Если вы очищаете с зубной пастой и голодали там трое, ну пускай там 7 суток, но ничего тут страшного нету. Ничего страшного нету, если вы там с пастой. Но желательно, чтобы в рот ничего лишнего не попадало. Это важно понимать. Так, будет считаться, что голодала. Но раз вы меня спрашиваете, в любом случае вы голодали, вы пищу не принимали, вы там чистили зубной пастой, если зубной пастой, опять-таки, оговорочка, да? Какие-то процессы у вас произошли в организме. Значит, как говорится, зачет. Как на работу-то ходить с нечищенными зубами? Ну, чистите их так. Скиньте, пожалуйста, вашу библиотеку про гипотиреоз, ничего не нашла в книгах, прочитала уже не одну. А зачем я буду вам там скидывать свою библиотеку, когда я и так практически до этого в каждом видосе скидывал ссылку на свою библиотеку. Смотрите, это что касается библиотеки, там, значит, книги, там газеты. Вот, про гипотиреоз ничего не нашла в книгах. Да я особо о нем и не расписывал. Я не, как бы сказать, собираюсь описывать какую-то вот одну болячку. Вот для этого надо то-то делать, для этого надо то-то делать. Мне интересует в целом, что произошло с организмом, почему у него гипотиреоз. Возможно, у вас запоры. И следствием этих запоров является гипотиреоз. А люди не считают, что вот эти вот запоры или еще там что-то там такое. Они думают, что ага, гипотиреоз у меня тут болит, грубо говоря. Вот это надо лечить. А то, что там не работает, да то ерунда.
Поэтому я не знаю, я так примерно там сказал. А на выходе из голода соль нельзя, а хрен можно. А я бы так сказал, а хрен его знает. Попробуйте и соль, и хрен, и узнаете. В зависимости от того, сколько вы голодали, какой у вас организм. У некоторых людей, вот немножечко там соли есть, они сразу же заплывают на выходе водой. А другим, как говорится, ни хрена. Тары, которые в банке, в магазине, или там соль составит, спасибо. А, в банке, в магазине. Значит, когда вы выходите из голодания, значит, вот эти вот все магазинные штучки, ну, лично я бы не ел. Что бы я ел? Я бы ел, грубо говоря, картошку, кашу, я бы ел кисломолочное там, овощи. Но вот такие какие-то хрен там, которые в банке, в магазине, еще что-то, я бы этого не ел бы просто-напросто. Ну, я думаю, что на этот вопросик я ответил. Есть особый день в году, наступает темноту. Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Эй, веселись, 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 народ, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалов ходит счастьем в каждый дом. Эй, веселись, 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 народ, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курорта пей. Веселись, 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 народ, наступает, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Бам-б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 ам